Дорогие гости, в этот морозный декабрьский вечер я рада приветствовать вас на традиционных рождественских лекциях Университета МИСИС. Сегодня состоится уже вторая лекция цикла 2023 года, и поговорим мы сегодня о строении и динамике Земли. Но перед тем, как мы начнем на эту сцену для приветственного слова, я хочу пригласить первого проректора Университета МИСИС Сергея Владимировича Салихова. Спасибо. Добрый день, дорогие друзья. У нас вторая лекция. Сегодня, между прочим, наша пресс-служба запустила такую викторину. Сколько всего прошло рождественских лекций за весь период? А вот кто-нибудь здесь, кроме вот этой группы поддержки, знает вообще с какого года рождественские лекции идут в университете МИСИС? Да, вот с 12-го. Вот я посмотрел, я сам не знал эту цифру, никогда не считал, сколько их всего, оказывается, прошло. Вот вы поинтересуетесь, в том числе в этом опросе, эта цифра действительно поражает свое воображение, даже со всякими коррекциями на то, что некоторым довелось, именно такое слово хочется употребить, довелось прочитать эту лекцию не один раз. Ну и, конечно, каждая такая лекция, это всегда немного волнительно, они всегда разноплановые. В прошлый раз мы обсуждали такую жесткую медицину Альцгеймера и Паркинсона. Сегодня у нас более, мне кажется, такое яркое событие. Это такая экскурсия по центру Земли. Я знаю, что я Александра Олеговича приглашал еще в прошлом году прочитать эту лекцию, но Александр Олегович подошел к этому очень ответственно, я бы так сказал. Он мне сказал такую фразу, которая полностью все аргументы мои перекрыл, что к лекциям такого уровня нужно очень хорошо и, главное, приятно готовиться. Я думаю, что мы сегодня услышим самую лучшую лекцию из всех, которые только возможно, лекцию Александра Олеговича Глико, которую сейчас, наверное, анонсирует наш замечательный ведущий. Спасибо нам всем. И приятного просмотра. Спасибо большое, Сергей Владимирович. Да, и перед тем, как пригласить Александра Олеговича, зачитаю, с вашего позволения, его регалии. Сегодняшнюю рождественскую лекцию прочтет академик РАН, доктор физико-математических наук, член президиума РАН, руководитель научного направления «Планетарная геофизика» Института физики Земли имени Отто Юлевича Шмидта РАН Александр Олегович Глико. Ваши аплодисменты. Напоминаю, что после лекции вы можете задать вопрос Александру Олеговичу около левой колонны, слева от вас колонна, там микрофон. Вот, задавайте, пожалуйста, вопросы, и за лучшие вопросы Александр Олегович, да, вручит подарки. Все, сцена ваша, будет так, приятно тогда вас послушать. Можно начинать. Да, спасибо. Дорогие коллеги, я прежде всего хочу высказать благодарность руководству университета за возможность здесь выступить. Это большая честь для меня. И я постараюсь, значит, как-то рассказать так, чтобы это было интересно. Ну, Рождество – это, вы знаете, что это великий праздник. И на Западе, в католической церкви, он считается основным. У нас он считается вторым после Пасхи. Но так или иначе, это великий праздник, и мы вступаем вот в этот замечательный период подготовки к Рождеству. Я счел возможным избрать тему для лекции, связанную с открытием Земли. Но эта историческая вещь, она будет как бы таким фоном, на котором я хочу высветить несколько моментов. Первый момент заключается в том, что наука развивается ведь неравномерно. И по мере накопления фактов, по мере их осмысления, люди двигаются в направлении получения нового знания, но останавливаются перед новыми барьерами. И вот взятие этих барьеров, которые к этому времени кажутся непреодолимыми, это очень интересная вещь. И вот эти барьеры, я называю их звездными вехами. Это первое. Второе то, что вот обычно как-то кажется, что люди, которые вот работали когда-то давно
что им было проще, что как-то мы сейчас с точки зрения нашего сегодняшнего знания смотрим на это немножко так вот сверху. Но это не так. Люди преодолевали колоссальные сложности. И я на эту тему тоже остановлюсь. Как, что стояло перед этими людьми, что они должны были решить, какие проблемы. И третье – это, вот знаете, можно как бы уже такой подход, как те или иные ученые подходили к этому, их манеру, что ли, их способ решения проблем, наверное, на три таких категории разделить. Первое – это такое, знаете, вот внезапное озарение, когда приходит вдруг какая-то фантастическая идея. Это очень редкие типы, и можно найти в истории всего лишь несколько таких примеров. Второй путь, он заключается в том, что действительно, возможно, в результате долгих обдумий, раздумий, да, человек какую-то, значит, вот такая идея его посещала, эта идея оказывалась сразу правильной. Но ее было очень трудно воплотить. И вот дальше шел очень трудный и тяжелый путь по пути реализации этой идеи. Но идея, казалось, завоевала, значит, этого человека с самого начала. И третий путь – это когда вот этой ясной идеи не было, а было огромное количество фактов, не систематизированных, но человек как-то думал, что вот что-то в этой цепочке, в этом множестве фактов есть что-то, что поможет найти какой-то верный путь и что-то объяснить. И вот тогда путем огромного труда человек находил вот эти пути и в конце концов тоже ставил свою звездную веху. Итак, вот это то, что я хотел бы сегодня показать. Итак, вот я хочу именно здесь и обратиться, знаете, у Стефана Цвейга есть такие четыре новеллы, которые объединены названием «Звездные часы человечества». Их четыре. Вот, там про открытие Тихого океана Нунесом де Бальбоа, про взятие Константинополя Магомедом II, затем «Ружье де Лиль», это «Марсельеза», и Сайрус Филд, человек, который осуществил прокладку телекоммуникации между, в тот телеграфный кабель между Америкой и Европой. И вот эти новеллы, они как бы вот этим разным типам соответствуют мысли и подходу к решению тех или иных проблем. А что касается Сайруса Филда, то я хочу сказать, что один из героев моего рассказа в течение некоторого времени работал в лаборатории Сайруса Филда. Сайрус Филд был потрясающий человек, это был инженер, но он 15 лет отдал на реализацию своей идеи, что нужно связать Америку и Европу кабелем. Он терпел неудачи, он вкладывал все свое состояние, он организовывал компании, собирал деньги. И четыре раза этот кабель обрывался там буквально в двух днях пути от Америки. Но он реализовал свою идею. И вот это тоже имеет отношение к тому, что я сказал. Но самый первый, значит, о ком я хочу сказать, третий век до нашей эры, Эратосфен. Он начальник, или как сказать, руководитель библиотеки в Александрии. Знаете, Александрия была величайшей библиотекой в то время, центром мировой науки. И Эратосфен был выдающимся математиком, географом, ну, вообще человеком, философом. Ему принадлежит в математике алгоритм отыскания простых чисел, так называемое решето Эратосфена. Но что он сделал вот в отношении открытия Земли? Он первый определил окружность Земли. Как он это сделал? Ну, солнечные часы были известны, то есть это шест, и когда тень отбрасывается, поскольку Солнце движется, то и вы градуируете, значит, соответственно, положение тени в соответствии с временем суток. Но именно Эратосфен понял, что таким образом можно определить широту места. А именно, что угол между направлением солнечных лучей и направлением тени – это и есть широта.
Как он к этой мысли пришел, история умалчивает, но сам факт очень интересный. А дальше он узнал, что Асьют – это самый юг Египта, что там в полдень солнце стоит прямо над головой. Так? Тогда он, зная этот угол, широту, он выяснил, сколько верблюжьих переходов нужно, чтобы из Александрии туда дойти. А поскольку верблюжьи караваны, они с постоянной скоростью ходят достаточно медленно, это узнал. И таким образом вычислил длину дуги. Ну, а дальше уже все понятно. Он сумел найти окружность земного шара и определить радиус Земли. Это удивительно, в то время ведь большинство людей, вроде бы как и в средние века потом, считали Землю плоской. Но дело все в том, что олимпийские боги, они не карали за мысли, они карали только за поступки. А мыслить можно было достаточно свободно. А вот в средние века уже, так сказать, ситуация сложилась так, что уже карали и за мысли. Во всяком случае, это была звездная веха, которая была преодолена, и потом, собственно, его работы цитировали уже и римские авторы, и потом уже дальше и в Европе они были известны. Ну, а окончательное подтверждение того, что Земля имеет шарообразную форму, это 1519-21 год, это экспедиция Магеллана. После этого уже и церковь не противилась этому факту. Теперь вот я хочу сказать о роли случайности. Она тоже играет очень большую роль в науке. Вот 1672 год. Врач французский Жан Рише во французской Гвиане вдруг обнаружил, что маятниковые часы, которые, значит, так, с гирями, да, они... Есть расхождение с показателями пружинных часов. И они отставали все время систематически. Тогда он написал письмо во Французскую академию наук и указал, что вот такой факт, как-то его объяснить. Объяснение Французской академии было очень простое, что у вас там преобладают очень жаркие дни, поэтому длина маятника становится больше, поэтому больше и период часов, поэтому они ходят более медленно. Я надеюсь, что формулу для периода маятника, конечно, вы знаете еще из школьного курса. Чем длиннее длина маятника, тем больше период. Они ничем не считали, просто так вот как бы, ну, отмахнулись от этого факта. Но этот факт стал известен Ньютону. А Ньютон взял и сразу он рассчитал просто, какова величина типового расширения и каков будет эффект. И показал, что типовое расширение не может дать такого эффекта. А в этот момент он занимался теорией, значит, какую форму приобретает жидкая капля при вращении. И он обобщил это на случай плотности постоянной, но обладает все-таки силой гравитации. И тогда он показал, что если это однородная жидкая сфера, то при вращении она будет сплющиваться с полюсов и, так сказать, будет у нее определенное сжатие. И тогда можно объяснить замедление хода часов, значит, вот именно тем, что этот эффект объясняется сжатием Земли. И оценил это сжатие в 1/230. Теперь дальше прошло почти 100 лет, ну, 60 или 70. И все-таки французская экспедиция наконец решила, что надо как-то с этим вопросом разобраться и форму Земли определить. Они уже определили длину дуги в 1 градус вдоль меридиана на территории Франции. Попутно они измерили территорию Франции, и Людовик XIV остался очень недоволен, потому что территория, которую они вроде сказали, измерили территорию Франции, оказалось меньше той, которую он вообще предполагал. Но Французская академия наук организовала две экспедиции, одну в Апландию, а другую в Анды, это территория нынешнего Перу, с тем, чтобы измерить длину дуги в 1 градус, и они должны быть разные, если Земля сплющена.
И вот экспедиция в Лапландии, она очень хорошо проработала, и действительно они получили, что длина дуги больше, чем длина дуги на территории Франции. А что касается южноамериканской экспедиции, то они, в общем, со своей задачей там не справились. Были очень тяжелые условия, значит, и рельеф, и с местными было очень сложное отношение. В общем, короче, когда они все это сделали и вернулись во Францию, задача уже была решена. То есть разница диаметров по экватору и полюса до полюса, значит, примерно 43 километра, и сжатие они оценили в 1/314, на самом деле она, вот видите, здесь написана, 1/298, там с некоторыми сотыми, тысячными. Но Ньютон определил форму Земли для однородной сферы. Но, естественно, было предполагать, что, наверное, все-таки плотность Земли, она неоднородна. Так сказать, были предположения того, что давление в глубине Земли большие, значит, плотность должна быть больше. Такая точка зрения высказывалась. И на сцену выступил знаменитый уже математик Клеро. Он был избран членом Французской академии в 18 лет. Это был блестящий математик. И он просто взял и решил задачу, что если плотность распределена по радиусу, какова будет форма, значит, вот этого тела. Он получил формулу, что радиус, вот здесь тоже написан, как эта фигура называется, сфероид, и показал, что ускорение силы тяжести, оно тоже определяется вот такой формулой. То есть оно различается на экваторе и на полюсе в соответствии с тем, что и фигура тоже сама сплюснута. Вот это та первая веха, которая касалась формы Земли. Дальше потом пошло развитие, знаете, через несколько десятилетий стали определять форму Земли с помощью, так сказать, таких способов геодезических, и, наконец, в космическую эру эта задача уже стала решенной, потому что теперь с помощью космических методов форма Земли известна достаточно хорошо, просто из наблюдений за орбитами спутников, потому что гравитационное поле влияет на орбиты спутников, и можно вычислить компоненты гравитационного поля. Значит, вот это такая высота, в конце концов, была взята. А вот следующий факт, и следующий барьер, что ли, который был взят, это очень интересная вещь. Это задача, которую решил удивительный человек Генри Кавендиш. Это, вообще говоря, был великий совершенно физик, который очень много чего сделал хорошего и в физике, и в химии. Например, он установил состав воздуха. Он последовательно сумел из пробы атмосферного воздуха исключить или выделить кислород, углекислый газ и азот. И при этом он написал в своих сочинениях, что остаток, который получился, он уже его не мог никакими силами разделить. И только через 100 лет Рамзай показал, что это смесь благородных газов, и в основном это аргон. Кавендиш был человеком совершенно необыкновенным. Он закончил 3 года учебы в Кембридже, но не стал получать ни звания магистра и занялся просто экспериментом, который он в лаборатории делал, который сам дома и создал. Но он был очень родовитый человек из рода герцогов Кавендишей. И его вдруг привлекло внимание работа Митчелла. Митчелл был член Королевского общества, священник. А Митчелл был очень тоже интересный человек, потому что его вдруг почему-то захватила идея, как определить плотность Земли. Он это все описал. И у него вообще есть очень интересное сочинение, в котором он предсказывает существование черных дыр. Причем не просто так вот на словах, как это делали в античности, а он делает расчет. То есть какова должна быть масса тела, чтобы свет не мог покинуть пределы этого тела. И написал это письмо в Королевское общество.
И он стал делать прибор для измерения силы притяжения двух тел, гравитационного притяжения. Но он умер, и его, значит, прибор, и вернее, его даже какие-то остатки, потому что они в не очень хорошей форме, были доставлены Кавендишу. И Кавендиш сделал эксперимент, который, значит, сейчас его считают чудом вообще экспериментального искусства. Это крутильный маятник. Да? Крутильный маятник использовался еще Кулоном для определения притяжения двух зарядов. Но Кавендиш был такой человек, что он вообще редкие свои работы публиковал. Как-то он не очень этим занимался. Поэтому в его бумагах есть записи, что он раньше Кулона определил силу притяжения электрических зарядов. Естественно, закон Кулона, вот этот единица на r квадрат. Вот. Но он это не опубликовал. А вот какое значение он придавал эксперименту с притяжением двух свинцовых шаров, следует из того, что это две работы, которые он опубликовал. Он опубликовал работу по составу воздуха и работу по вот этому эксперименту притяжения двух свинцовых шаров. То есть крутильный маятник – это очень чувствительный прибор, и до сих пор он используется для определения малых сил. Собственно, идея эксперимента какая? Что ускорение силы тяжести – это есть масса Земли, там деленная на квадрат ее радиуса, ну, умноженная на гравитационную постоянную. А рядом вы видите выражение для силы притяжения двух, скажем, тел, в данном случае свинцовых шаров. Если к ним подносить, вот к этим шарам, которые находятся в равновесии, красные, большие, маленькие, синие шары, но в противоположном направлении, то нить будет закручиваться. Если измерить угол вот закручивания нити, это очень тонкий эксперимент, то вы можете определить момент этой силы и, в конце концов, саму силу. А из двух уравнений, которые здесь написаны, для ускорения силы тяжести и для притяжения двух шаров, можно исключить гравитационную постоянную. Кавендиш не измерял гравитационную постоянную. И определить массу Земли. Он ее определил с очень большой точностью. А разделив на объем, потому что радиус Земли был известен, он получил значение плотности 5,48 грамм на кубический сантиметр. С очень большой точностью, до 2%. До 2% массу Земли и плотность до 0,7%. И это был удивительный факт, потому что горные породы, которые мы видим на поверхности, их плотность, ну там 2,7, 3,4 грамма на кубический сантиметр, это самые такие ультраосновные тяжелые породы. Это значит было доказательство того, что плотность очень сильно растет с глубиной. Кавендиш был очень странный человек, он жил очень уединенно, и все слуги, которые у него были в доме, условие было такое, что он их не должен видеть. А если он встречал кого-то из этих слуг, он его тут же увольнял. Но в то же время он помогал студентам очень сильно. Если студент попадал там в какую-то неприятность или нуждался в деньгах, он выписывал чеки на очень большие суммы. Так, вот схема его эксперимента. Важно еще то, что весь этот эксперимент его был заключен в такой специальный ящик для того, чтобы исключить малейшие движения воздуха. Они очень сильно влияли на этот эксперимент. А справа – это современные крутильные весы, которые сейчас тоже физики используют в эксперименте. Теперь я перехожу к сейсмологии. Это следующий и, в общем-то, основной блок моего сообщения. Вот к середине XIX века уже были достигнуты предпосылки для создания сейсмологии. 1829 год. Пуассон создает теорию распространения упругих волн. То есть если есть упругое тело, то в нем, он показал, безграничное тело, безграничное, то в нем могут распространяться волны сжатия и растяжения. То есть это обычный звук. И кроме того, волны поперечные. Волны сдвига. Вот здесь слева вы видите, как бежит волна сжатия и растяжения. Так, а вот справа она тоже бежит, да. Это волна
сдвига, когда смещение в этой волне направлено перпендикулярно направлению распространения. И вот уже были первые наблюдения этих эффектов от этих волн в зонах землетрясений. Было ясно, что есть и волны сжатия растяжения, и есть волны вот такие поперечные, что основные ведь разрушения при землетрясениях происходят за счет вот этих поперечных волн. Но вопрос какой стоял, что да, если мы находимся вблизи землетрясения, наверное, мы можем это зарегистрировать, но можем ли мы зарегистрировать сейсмические волны на большом расстоянии, скажем, находясь в Москве, зарегистрировать смещение от землетрясений, которые произошли, скажем, в Новой Зеландии? В принципе, вопрос неясный, потому что при распространении ведь волна затухает, среда обладает определенными свойствами поглощения. И никто не знал, каким поглощением среда обладает. Вот землетрясения ведь тоже, они приурочены к определенным зонам. И они, так сказать, встречаются не везде. Вот карта эпицентров землетрясений. Видите, это зоны, которые в основном 85% сейсмической энергии – это Тихоокеанское кольцо. Я просто для, знаете, так вот показать просто. Сейчас любой человек может найти эффекты землетрясения в интернете, их очень много. Но вот здесь Алтайское землетрясение, которое случилось в 2003 году. И вот видно, что здесь и так сказать, сдвиг очень сильный, и движение на разрыв. То есть оба типа деформации здесь есть. А вот это вот снимок, который получил первый приз на таких, на занятных фильмах, для занятных фотографий, естественно, научных. Но я не думаю, что этот человек был очень доволен. Правда, жив он остался. То есть он ехал по дороге в момент землетрясения. Это тоже Алтай. Так вот, дальнейший рассказ будет связан вот с этими двумя именами. Джон Милн и Фусикичи Амари. Амори. Значит, вот Милн был инженером, и в молодости он работал в лаборатории Сайруса Филдса. Тот, кто проложил кабель по дну Атлантического океана. И потом Милн говорил, что он очень много взял от этого человека, потому что он ему рассказывал, с какими сложностями он сталкивался, как он их преодолевал. И вот эту такую необоримую, что силу характера он перенял. В очень молодом возрасте он был послан в Японию и работал там и горным инженером, и советником правительства. Поскольку Япония – это страна землетрясений, то он заинтересовался, как можно регистрировать эффекты землетрясений. И именно он создал первый сейсмометр. А в дальнейшем вот Амори, он его усовершенствовал. И это тоже вот очень интересный момент, что как японцы очень быстро вообще все перенимали. И он даже несколько таких очень важных вкладов внес в сейсмологию, открыл закон о море. Это как афтершоки, значит, они распределены во времени после крупного землетрясения. Но вот в чем состояла сложность создания первого сейсмографа? Ну, идея очень простая, что если вы на каком-то таком постаменте, на пружине расположите груз, это будет маятник, так? Если основание будет двигаться, то маятник будет вам показывать смещение, значит, основания относительно вот этой неподвижной верхней точки. И поскольку в сейсмической волне смещения есть и вертикальные, и горизонтальные, то, значит, должны быть сейсмографы для измерения или записи вертикальных колебаний и горизонтальных. А дальше что можно сказать? Сложнее всего было сделать сейсмограф для записи вертикальных смещений. Почему? Вот я думаю, что вы помните все, скажем, уравнения осциллятора.
Это очень простая вещь. Уравнение осциллятора его проходит и в школе, и на первом курсе в механике. То есть помните, х две точки плюс омега квадрат х равняется вынуждающей силе. И вот коэффициент при смещении омега квадрат – это есть квадрат собственных частоты устройства. И вот эта частота здесь вы видите, а под корнем квадратным стоит жесткость пружины, деленная на массу. И если вы должны регистрировать смещение, которое от приходящей волны, то есть вынужденные колебания, вы должны избавиться от собственных частот системы. Иначе они забивают вообще все, весь частотный диапазон. Вы не будете видеть, что происходит, каков сигнал, который поступает. Но поскольку периоды сейсмических волн – это первые секунды, то для того, чтобы добиться, значит, регистрировать можно только, когда частота близка к собственной. То есть должна быть очень низкая частота, даже ниже, надо уйти от собственных частот. То понизить частоту можно только увеличивать массу. И тогда получается, что хорошую запись вот таким механическим способом можно получить только если вес этого маятника будет больше тонны, тонна-полторы. И это еще надо было и пружины такие найти, да и вообще это, так сказать, совершенно прибор был бы нетранспортабельный. Вообще его построили, я потом расскажу. А вот что касается горизонтальных смещений, то здесь, значит, как бы такого требования-то нет, вот этого, связанных с массой. Но есть другие вещи, очень тонкие, которые было сложно преодолеть. Это можно было сделать с помощью очень тонкой системы рычагов. Вот, например, знаете, почему, например, никакой пианино не может с роялем никогда сравниться? Как ты там не бейся и... как кто ни старался, просто потому что в рояле молоточек после удара падает под действием силы тяжести, а в пианино он система рычагов есть, которая его возвращает в это положение. И нельзя никаким образом добиться того же эффекта, что когда вы очень быстро ударяете, то молоточек также быстро возвращается в исходное положение. Это называется репетиция. Вот. И есть модели пианино с двойной репетицией, но они все равно. Это, то есть на них выступать пианисту, так вот, ну, профессионалу, так сказать, такому музыканту, в общем-то, вряд ли возможно. Так и здесь эта система рычагов должна была бы быть очень-очень тонкой. Но вот эти два человека, Милн и Амори, преодолели эту задачу. Они построили горизонтальный сейсмограф. И он стал записывать колебания, которые приходят, значит, от землетрясений, то есть эти вот волны, горизонтальную компоненту. Но вторая беда механических приборов – это низкое усиление. Поэтому если мы находимся достаточно далеко, то мы, или землетрясение очень слабое, то мы его не зарегистрируем. Это только для сильных очень, или очень сильных землетрясений – и то в ближней зоне. Теперь дальше. А вот Вихерт примерно в то же время, все было в одно время создано. Вот он сделал вертикально этот сейсмометр, масса которого была 1,5 тонны. И сейчас еще два экземпляра этих приборов сохранились. Один в Берлине, нет, в Потсдаме под Берлином, а второй в Геттингене. И вот такие несовершенные записи были им получены. Но все-таки, значит, что-то было записано. А вот теперь я перехожу к тому человеку, который смог взять этот барьер и построить сейсмограф, который стал прообразом современных приборов. Это замечательная личность. Это князь Борис Борисович Голицын. Он с детства готовился вообще к военной карьере. Он окончил морской кадетский корпус, потом... сам морской корпус и выпуски гардемаринов, он был, значит, вот два первых всегда выпускника их. Не было градации, кто первый, кто второй, вот их два. Он был одним из этих двух лучших
окончивших морской корпус. Но он не хотел, в конце концов, он как-то увлекался сначала морем, но потом как-то понял, что его влечет, вообще говоря, физика. И он очень большой вклад потом в дальнейшем внес в самые разные области физики, не только в геофизику, я потом об этом скажу. И он, значит, все-таки его разрешили ему эту службу не продолжать, не идти во флот. И он хотел поступить в университет. Но он не мог поступить в университет в России, потому что он не оканчивал гимназии. А было требование, что в университет принимали только студентами тех, кто закончил гимназию. Ну, он был человек, как бы сказать, такой не очень бедный, поэтому он поехал в Страсбург. И там его приняли, он окончил Страсбургский университет, вернулся в Россию и много чего хорошего сделал. У него очень много результатов по физике. В частности, он внес очень большой вклад в теорию теплового излучения. Понятие абсолютно черного тела ввел. И очень много опытов по прохождению света в атмосфере, в оптике. Очень много у него результатов. И он был первым директором физической лаборатории, из которой вообще сейчас физический институт имени Лебедева Академии наук считает, что вот они от этой физической лаборатории идут. Он был, в конце концов, даже его назначили начальником монетного двора. А профессорствовал он в Московском университете. И как его, значит, эта идея о том, что надо бы как-то построить прибор, чтобы землетрясение регистрировать, вот она его захватила как физика. Он произвел некоторые расчеты, которые так чисто приблизительные были, которые показали, что поглощение сейсмических волн вот, в Земле не должно быть слишком большим. И если построить чувствительный прибор, то можно регистрировать землетрясение даже средней силы вот здесь, на русской плите, из самых удаленных частей. Из Аляски, из Новой Зеландии, в общем, отовсюду. И он сделал революционный поворот в этом деле. Он сумел избавиться вообще от собственных колебаний системы. Каким образом он это сделал? Он обратился к методу регистрации электромагнитному. И тогда, вот если уравнение осциллятора мы пишем, то в том уравнении, когда мы писали уравнение для собственных колебаний, для вынуждающей силы, не было затухания. Голицын ввел затухание в систему, причем очень сильное. Затухание такое, что вот этот маятник, он уже стал двигаться не в периодическом режиме, то есть собственные частоты, они затухали просто. А вынуждающая сила была пропорциональна скорости, с которой маятник вообще двигался, скорости. То есть это аналогия такая, что как бы взять этот маятник и поместить в очень вязкую жидкость. И тогда, значит, вот эти движения, они будут избавлены от собственных колебаний. Но поместить в вязкую жидкость – это не тот путь, там очень много других сложностей. А он ввел затухание электромагнитное. Он вот этот маятник, он его связал с дополнительными электромагнитными устройствами. И в результате он сумел добиться усиления примерно в 200 тысяч раз. Его приборами была оборудована вся мировая сеть. Он был избран президентом Международной сейсмологической ассоциации. И должен сказать, что при этом он был гофмаршалом двора. А в войну, Первую мировую, он служил начальником военной метеорологии. Это тоже было важно, потому что, ну и погода, и ветры разные. Там всегда была угроза применения химического оружия. То есть он этим занимался очень сильно.
И, в общем, молодым он умер, он просто приехал с фронта и отправился в свое имение на охоту, простудился и умер таким вот молодым человеком. Но то, что он сделал, это был революционный шаг. Он фактически продвинул всю сейсмологию на небывалые доселе вообще расстояния. А вот записи сейсмических волн. Слева это запись, которая в Институте физики Земли, справа это запись, которая в лаборатории, там под Лондоном есть лаборатории сейсмические очень сильные. И вот следующая задача, которая стояла, вот мы получаем такую запись, и мы не знаем, что вообще в ней, вот где какие волны. Ведь есть волна, допустим, продольная, вот, которая это волна сжатия растяжения, как звук, она приходит первой. А где вот вторая волна, которая поперечная? Мы видим очень много разных колебаний здесь. Да? То есть задача стояла, что вот записи-то есть, а как понять? То есть целый ряд волн приходит. Ведь есть волны отраженные от поверхности, от каких-то границ раздела в Земле. А у нас есть только такие записи. Есть станции, допустим, их несколько, землетрясений много. И вот надо все это соотнести и на этой основе вообще что-то продумать. И вот этот следующий шаг был сделан Ричардом Олдхамом. Это тот случай, про который я говорил, что перед вами расстилается безбрежное поле данных, под записи, которые непонятно вообще что. А надо как-то это все, значит, систематизировать, найти какую-то тропинку в этом мире. И я еще встречал сейсмологов, которые на эти записи, знаете, смотрели, как в зоопарке смотрят на разных животных. Они потрясающие. То есть они просто видели то, что другие не видят. И вот Олдхам... Он вообще работал в геологической службе Индии. Ну, тогда очень многие вещи, они делались именно в геологической службе Индии, потому что рядом Гималаи, землетрясений много. Он написал знаменитое Ассамское землетрясение, где вертикальные амплитуды таких остаточных деформаций, они были до 10 метров, такие рвы или поднятия образовывались. И вот он сумел первым идентифицировать вступление волны S, то есть вот поперечных волн. Но это было даже, пожалуй, не самое главное его достижение. А вот он, как бы сказать, вот если мы возьмем, вот станция сейсмическая, скажем, расположена вот по окружности земного шара, а вот землетрясение здесь одно, вот оно там вершина этих красных лучей. И вот он, расположив записи одна за другой по окружности этого земного шара, обнаружил, что в определенном диапазоне вот этих угловых расстояний, вот такая белая полоса, оказывается, что нет вступлений, волна P не приходит. И он проявил невероятную интуицию здесь. Он высказал мнение, что если скорости растут в Земле с глубиной, то сама траектория лучей, она должна быть искривлена. Это понятно. Если в оптике, скажем, коэффициент преломления меняется по расстоянию распространения волны, то луч будет, значит, не прямым, а будет таким криволинейным. Это явление называется рефракцией. Да? Она бывает в атмосфере, и, скажем, даже при распространении лазерного луча в атмосфере поправки всегда вводят на рефракцию. Вот он это первый, значит, вот сказал, что должны быть криволинейные эти лучи. И в то же время, если бы это было только рефракцией, то в этом диапазоне все-таки были бы вступления ПО. И тогда он предположил, что есть внутреннее ядро Земли, которым скорости намного меньше, чем вот в этой оболочке, и поэтому лучи туда, они не могут так туда проникать, чтобы выходить в этом угловом диапазоне. Ну, а потом было несколько авторов, которые обнаружили, что это внешнее ядро, оно жидкое. Я потом скажу, как они это дело сделали.
А более того, потом обнаружили, что внутри этого жидкого ядра есть еще и маленькое твердое ядро. Следующий момент связан уже с годами примерно так, с конца 30-х до, наверное, конца 50-х, наверное, вот так. И здесь два имени. Это выдающийся английский геофизик, астроном, математик, сэр Гарольд Джеффрис, вот он справа здесь, и его ученик Буллен. Я должен сказать, что Джеффрис был действительно великим математиком. Вот у нас есть издан трехтомный его труд, вместе он со своей супругой Бертой Свирус, «Методы математической физики». Очень оригинальный труд. Он, как бы сказать, для такого систематического изучения, может быть, и не подходит, методов математической физики, но там очень хорошие есть задачи, и она, в общем, в каком-то смысле может быть так очень полезна при освоении тех или иных методов. Очень хорошие, в принципе-то. Второй том, третий, первый том как-то, да, он нечитабельный. Вот. И он очень много сделал в жизни, и в астрономии, и в геофизике. И вот уже в таком зрелом возрасте его вот эта задача поразила, что мы имеем, допустим, какое-то множество, он подходил как математик, какое-то количество станций на поверхности Земли. Мы можем предполагать, что различные волны приходят в разное время. Тогда мы можем, должны, вернее, построить графики, как время прихода той или иной волны зависит от расстояния от эпицентра. Если мы такие графики построим, то мы потом сможем определить строение Земли. Это была его мысль. И его ученик Буллен, он был вовлечен в это дело, и, как потом Джеффрис писал, что энергия Буллена была феноменальной. То есть он проводил вычисления. Но и сам Джеффрис. Я знал одного человека, который посетил Джеффриса у него дома. Когда он к нему пришел, то он лежал на ковре и крутил ручку арифмометра. И как сказала его жена, что он вообще этим занимается по 6 часов в день, крутит эту ручку. И этот человек, которого я знал, хорошо его спросил, но как же, сэр Гарольд, вы этим занимаетесь? Вы же математик высочайшего класса, а тут вы по 6 часов в день ручку крутите. Знаете, как он ответил? Он ответил замечательно. Он сказал, ну а что, вот математик? Ну да, вот я какие теоремы доказывал. Ну, а кому они нужны? Вот кто их прочтет, кто их поймет? Во всем мире найдется, ну, 20 человек. А что? А тут мой труд-то как? Кто-то возьмет один сейсмолог, второй, третий, четвертый, пятый, а потом их наберутся сотни. Они мои таблицы-то посмотрят и скажут, вот старина Джеффрис, спасибо ему. Нет-нет, да и вспомнит, говорит, меня. И вот он занялся тем, что он составлял таблицы времен пробега волны от эпицентрального расстояния. И вот в результате были построены вот такие графики потрясающие, то есть различные типы волн, как их времена прихода зависят от расстояния до очага землетрясения. А дальше, как математик, он, вообще говоря, сформулировал задачу, как, если знать вот эти графики, как время прихода волны зависит от расстояния от эпицентра, то при определенных условиях можно определить скоростной разрез Земли. Ну и эту задачу, в общем-то, уже не он решал, но нашлись люди, которые эту задачу решили. И в результате определили распределение скоростей в недрах Земли. Вот так оно выглядит. То есть продольные волны есть, и есть волны поперечные. Продольные волны – это звук, а поперечные волны – это волны сдвига. И вот вы видите здесь, что скорости растут до глубины там примерно 2900
километров, а потом резкий провал в волнах, которые продольные. Продольные волны – это звук, в общем-то, звук. И потом после такого очень большого скачка вниз они растут и в конечном счете растут до центра Земли. А вот поперечные волны, они на глубине 2900 километров, дальше идет зона тени, то есть они не проходят через вот этот интервал от 2900 до примерно 5200. И как поперечные волны, где они могут не проходить? Они не проходят через жидкую среду. То есть это внешнее жидкое ядро. И фактически вот это распределение такое, оно так до сих пор, как бы так оно и с небольшими отклонениями, оно так вот и живет. То есть это так и есть. То есть скорости растут в мантии Земли до глубины 2900, потом идет внешнее ядро, а по скоростям, вот которые здесь, видите, падение такое резкое, было установлено, что это ядро имеет металлический состав. Жидкий металл. А через жидкость поперечные волны не проходят. Теперь вот здесь я должен сказать, что сейсмологи стали обладать двумя наборами данных. Это данные по скоростям поперечных волн и продольных. Продольные волны – это волны звука, а поперечные – это волны, которые распространяются только в упругой среде, а в жидкости не распространяются. Ну, а выражение их, этих скоростей, они выражаются через модули упругости, то есть модуль всестороннего сжатия, модуль сдвига и плотность. Ну, с определенной, там, видите, степени. Можно составить комбинацию из этих, если вы знаете распределение скоростей с глубиной, можно составить комбинацию, и вы определите отношение модуля всестороннего сжатия к плотности. Вот это та информация, которую можно получить из данных о скоростях. Но как распределена плотность, мы сказать отсюда не можем, потому что знаем только это отношение. И вот затем очень важный момент был открытие собственных колебаний Земли. Оказалось, что очень сильные, суперсильные землетрясения, они приводят, собственно, к тому, что вся Земля начинает испытывать собственные колебания. То есть это вот как, если вы возьмете шар, у него есть собственные колебания, целый набор частот. То есть, и вот сильные землетрясения возбуждают эти колебания. И впервые собственные колебания были в 1952 году записаны при вот большом камчатском землетрясении. Беньёв их записал. А потом надо было как бы ждать великого чилийского землетрясения 60-го года. Там уже были амплитуды такие, что было записано вообще на всех сейсмических станциях. И вот, то есть теория собственных колебаний, которую, собственно, тут развил целый ряд сейсмологов, показал, что можно сказать, что Земля устроена таким образом, что действительно в ней есть жидкое ядро, то есть это было подтверждение полученных ранее данных. И то, что внутреннее ядро, оно является твердым. И таким образом вот эта природа ядра была установлена. То есть ядро внешнее, оно является жидким и по плотности металлическим. Вот это очень важный факт. Он был окончательно установлен на основе регистрации собственных колебаний Земли. А отсюда пошли развитие очень важного направления, связанного с геодинамо. То есть если есть электропроводящая жидкость в ядре, это металл жидкий, да, то
есть вращение его, и можно вообще говоря еще оценить, а в каком состоянии это будет. То есть вот степень такого гидродинамического режима. И самые простые оценки показали, что вещество, там этот ядро, находится практически в турбулентном состоянии. Ну и, конечно, были построены очень многие модели. И вот здесь эта картинка справа, это модель Гвацмайера-Робертса. Это всего лишь 92-й год, но просто последующие работы были сделаны, это все было продвинуто, но такой визуализацией как-то больше никто не занимался. Вот у них очень эта визуализация хороша. То есть они показали, что вот этот эффект геомагнитного динамо, он приводит к тому, что все, знаете, как вот этот Солярис, да, что он живет своей жизнью, что вот сейчас мы живем, когда у нас есть, ну, в основном как бы два полюса у нас, такой вот этот диполь магнитный, да, северный полюс, южный, но что эта система, она живет своей жизнью, и она просто через некоторое время может выйти из этого состояния, может распасться на поле, на квадруполе, оно потом может опять собраться. И эта деятельность, она приобрела очень большие масштабы и стала опираться на исследования палеомагнитологов, которые, как говорится, в прежней эпохе находили, что положение полюсов сильно отличалось от нынешних. Но эта тема магнитного динамо и магнитного поля Земли, она лежит за пределами моего повествования. Я просто как бы это привел как следствие того, что были открыты собственные колебания Земли. Ну и как теперь сейсмология развивается? Вот, пожалуйста, есть глобальная сейсмическая сеть, где все страны входят туда, есть сейсмическая международная организация, все данные идут, там такой центр есть, Ньюбери, недалеко от Лондона, куда все данные стекаются. Вот их сколько сейсмических станций на Земле, даже сказать нельзя, потому что они возникают, они уходят, их очень много. Вот, но я могу вот сказать, что вот сколько у нас. Вот у нас 322, и они принадлежат, значит, геофизической службе Российской академии наук. Вот они так распределены, ну, естественно, что они приурочены больше к сейсмическим зонам. Камчатка, значит, Байкальская область, вот это, юг Сибири, Кавказ, ну, вот так. А вот тоже интересный момент. Посмотрите, как это Французский институт физики Земли. А у них своя сейсмическая сеть, вот такая. У них же есть острова, которые принадлежат Франции. Вот такая сейсмическая сеть. То есть они вот свое создали. Как бы, ну, французы всегда так немножко на соцстатью смотрели. И большие достижения есть. Так вот, что теперь в сейсмологии? Важные вещи. Значит, поскольку станций теперь много, а кроме того, когда ставят какие-то глобальные сейсмические эксперименты, то ставят еще и наборы временных станций. И вот глобальный такой эксперимент, модели, то есть срезы скоростей на глубине почти там 3000 километров и 175 километров, то есть это вот ближе к поверхности. И разным цветом здесь показаны скорости сейсмических волн. То есть красные – это скорости пониженные, синие – это высокие скорости. Значит, пониженные скорости, как правило, связаны с более высокими температурами. И здесь можно как бы так вот сказать, что да, вот мы видим области разогрева под Восточной Африкой, там западная часть США, Срединно-Атлантический хребет здесь прослеживается. Но, значит, что следует сказать, что это очень важные и интересные вещи, потому что на этой основе строятся разные предположения о том, как, собственно, мантия – это ведь тоже подвижна. Она просто движение происходит очень медленно, а числа Рейлея, которые управляют конвекцией, они достаточно высокие. Критические числа примерно 10 в третьей, а для мантии Земли, для вот этой твердой, например, 10 в шестой, на три порядка выше. То есть конвекция, есть движение в этой мантии, но происходят они в геологическом времени. То есть мы это как бы проследить нам очень трудно.
Вот эти результаты, они показывают нам временной срез, который есть сейчас. Это очень важно и интересно. Но если говорить о сейсмологии вообще, то она подошла вот для таких глобальных моделей к пределу разрешающей способности. То есть уже добавлять больше станций мы никакой информации не получим, потому что все станции расположены на поверхности Земли. Мы не можем проникнуть глубже. Самая глубокая скважина – это 12 262 метра, Кольская сверхглубокая. Так вот, как сейсмология это развивается? Вот она пошла по такому пути, что надо изучать, скажем, явление вулканизма. И можно очень много станций, вообще говоря, разбросать их вертолетом и получать очень много записей вообще вблизи какого-то такого объекта. Вот здесь как раз и извержение вулкана Безымянный в 1917 году. Это Иван Юрьевич Кулаков из Новосибирска. У него всегда очень хорошая группа, и результаты очень хорошие. И вот видите, здесь даже можно проследить, как, ну, не в реальном времени, но более или менее проследить, как магма из очага поднимается кверху, и потом происходит вулканический взрыв. Вот это очень... И сейчас, в принципе, да, сейсмология нацелена больше на изучение вулканов. Тут как-то все живое, и можно изучать. И второе направление, которое сейсмология взяла, этот барьер очень сложный, связан с именем Гамбурцева, Григория Александровича Гамбурцева. Я здесь портрет Шмидта привел, ну, потому что Шмидт как бы был и организатором, и руководителем Института физики Земли. И когда уже он уходил, он передал институт Григорию Александровичу Гамбурцеву, который был замечательным совершенно ученым, и он заложил основы сейсмической разведки. Это совершенно особая наука, но она дает огромный практический вклад. То есть все поиски нефти и газа сейчас, они в основном все-таки связаны с сейсмической разведкой, которая дает очень детальное строение вот этих осадочных толщ, в которых встречаются нефтяные залежи. Ну и чем я хотел бы закончить? Вот Сайрус Вестфилд, который проложил кабель через Атлантический океан в результате неимоверных усилий. Вот у него такая эпитафия есть ему, что Сайрус Вестфилд, храбрости, энергии и настойчивости которого мир обязан существованию трансатлантической телеграфной линии. То это можно перефразировать и к тем людям, которые заложили основы современной геофизики. Тем замечательным людям, о которых шла речь сегодня, их интуиции, настойчивости и энергии, мы обязаны основой наших знаний о строении Земли. Спасибо большое, Александр Олегович, за такую интересную познавательную лекцию. Было очень интересно. Дорогие друзья, сейчас, наверное, да, мы готовы перейти к сессии вопрос-ответ. Да. Пожалуйста, у кого есть вопросы? Вот так вот, нет, вот. А нет, а так не видно зал. А нам можно немножечко свет в зал дать? О, вот. Вот. Так как бы, да. Отлично. Слева от вас стойка с микрофоном. Пожалуйста, подходите, задавайте вопросы. Мы очень ждем. Вот, отлично. Не забывайте, пожалуйста, представляться перед тем, как задать вопрос. И напомню, что за лучшие вопросы Александр Олегович, да, подарит сегодня подарки. Вот. Здравствуйте, спасибо большое за интересную лекцию. Меня зовут Андрей Коршунов. Я, ну, гость мероприятия, я представляю газету «Известия». А вопрос у меня такой. Вот вы рассказали про такие, скажем, наземные методы исследования внутренности Земли, внутренней активности Земли. А есть еще методы, ну, космические активности Земли. И вот есть такая теория, что ионосфера – это как бы информационная сфера нашей планеты, в которой все отражается, что происходит внутри Земли. Можете рассказать, вот, как развиваются вот эти методы? Да, значит, сейчас я так скажу. Значит, он такой вопрос несколько многоплановый. Потому что, значит, что такое ионосфера? Это очень
такая как бы нестабильная среда, да, в которой у вас есть эта концентрация электронов, которая меняется, она все время живет своей жизнью. И она обеспечивает часть геомагнитного поля. Есть внутреннее поле Земли, есть поле, которое, значит, создается магнитосферой и частично, значит, вот ионосферой. Это вот одна задача. Вторая задача, что как, значит, ионосфера используется для, вот, в сейсмологии. Значит, я одну тему не затрагивал, это тема прогнозирования землетрясений. Здесь эта тема, знаете, старинная, сложная, и это история очень сложных и отчасти безуспешных поисков. Но вот ионосфера, значит, есть такая вещь, что перед землетрясением у вас меняется электронная плотность в ионосфере, и, значит, как бы ионосфера нам может служить таким предвестником, что ли, землетрясений. Каким образом? Что, значит, есть очень такой низкий диапазон, он не сейсмический диапазон, но фактически это звуковые волны, но очень низкого, это неслышимый диапазон. И они, если распространяются в ионосферу, то они меняют электронную плотность. И на этом были основаны большое количество работ. Вот даже мой очень хороший знакомый такой, Куницын, был заведующий кафедрой физики атмосферы на физическом факультете. Он эту тему очень далеко продвинул. Французы занимались этим делом. И действительно такой эффект есть. Но, так сказать, практически его использовать как-то очень сложно, потому что то пятно, если даже это и есть, то оно образуется в ионосфере, и оно даже смещается, оно очень большое по размерам, то есть его как-то локализовать куда-то здесь очень трудно. То есть эффект есть, но как бы локализуется с трудом. Это первое, значит, то, что касается… А вы про ионосферу спрашивали, да? Ну, да. Или вообще про космические? Про ионосферу, да. Я вообще подвел к тому, что ионосфера – это как бы информационная сфера Земли, то есть в которой, не знаю, накапливается информация о событиях, которые происходят в Земле. Да, конечно. Вот я и сказал, что вот таким образом, если есть эти при землетрясении, значит, такие очень инфракрасные, очень низкие, значит, звуковые, вообще говоря, волны, которые не так просто их зарегистрировать. Большая часть сейсмической аппаратуры, она лежит в более высоком диапазоне. И фактически регистрации вот таких инфракрасных волн, инфразвуковых, фактически занимались только группа была в Санкт-Петербурге. Да, пожалуй, вот группа в Санкт-Петербурге занимались. А так, это какой-то диапазон, который он как-то выпал. Вот. Но механизм возбуждения ионосферы более-менее ясен перед землетрясением. Но только из этого очень сложно сделать какой-то вывод, потому что пятно очень большое, его нельзя локализовать в какой-то зоне. Вот здесь такая сложность. Но занимались этим в основном у нас и во Франции. Немножко в Индии. Больше, пожалуй, нигде. Вот. Это значит, что касается ионосферы. Хорошо, спасибо. Спасибо большое, да. Можно на следующий вопрос. Да, здравствуйте, Александр Олегович. Я не претендую на то, что мой вопрос будет лучшим или какое-нибудь еще место займет. Я 3 раза был около Кольской сверхглубокой. Да, 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 да. Там в путешествиях и в экспедициях. Целесообразно ли продолжение подобных исследований сейчас для изучения Земли? Или все-таки это уже прошлый век? Ну, вы знаете, я как на этот вопрос отвечу? Разные точки зрения есть на этот счет. Но я думаю, что все-таки Кольская сверхглубокая дала много для понимания, собственно, и строения вот этих верхних. Глубина Кольской 12 262 метра. То есть это 12 километров. С обыденной точки зрения это немного, а с точки зрения, что если попробовать все это пробурить, то это очень много. И, конечно, она дала много материалов о строении вот этих верхних 12 километров,
о тех процессах, там находили и определенную минерализацию, которая была, и обнаружили такие разломы, в которых циркулировали флюиды на глубинах, на которых вроде бы предполагали, что их быть не должно. Но я думаю, что не все геофизические исследования, которые там были организованы, они были, как бы вам сказать, оптимально организованы. Вот, наверное, можно было бы больше из этого получить. Это первое. Но, а второй момент такой, что это ведь очень дорогостоящий эксперимент. Это, я не могу сейчас сказать, сколько это стоило, но это безумные деньги. И поэтому на это и не все страны-то и решались. Вот немцы решили, 9600 пробурили, но остановили из-за того, что температура очень высокая, и буровой инструмент стал накаляться сильно. Поэтому я думаю, что мне говорили, что китайцы собираются вообще-то. Они сейчас все собираются. Пробурить большую скважину. И вопрос номер, ну, второй вопрос от меня. Вот те теоретические исследования, которые проводились, и вы нам о них рассказывали, спасибо огромное. Насколько их возможно и целесообразно применять в ближайшем будущем, когда начнем осваивать в космическом пространстве тела астероидов, других планет или там нашего спутника? Ну, вы знаете, тут я так скажу, что они, в общем-то, уже и применяются. Ведь вот, скажем, французская космическая программа, у них сейсмические станции, они вообще сделаны, они ждут сейчас того, чтобы это на Луну-то их запустить вообще. Ну, китайский луноход, он, правда, у него не было сейсмических станций, но разные там зонды, они были геофизические. То есть вопрос, целесообразно или нет, я думаю, надо так отвечать, что если признать программу выполнимой для нас по разным там финансовым соображениям, то тогда, конечно, да. А у нас вопрос стоит таким образом. Целесообразно ли открывать специальность типа космогеолог, который будет в ближайшем времени этим заниматься? Ну, я думаю, знаете как, не специальность, а какую-нибудь специализацию маленькую, небольшую. Наверное, вот так. Надо с малого, хорошо, спасибо. С малого начать. Спасибо большое так, за ваши вопросы. Кажется. Не забывайте представляться перед тем, как задаете вопрос. Здравствуйте, меня зовут Наталья, я студентка третьего курса Горного института на направлении горно-геологические информационные системы. И меня, к сожалению, опередили с моим вопросом, с космической темой связано, да. Насчет геофизических исследований. Как вы считаете, я так поняла, это все-таки целесообразно сейчас использовать геофизические методы, например, спутников Земли? Как это нам поможет именно в изучении Земли, изучать геофизическими методами спутники и планеты земной группы? Ну, знаете как, вот ваш вопрос, он так, я бы его, может, разбил бы на несколько, что ли, таких групп. Значит, ну, во-первых, космические методы-то они совершенно разные. Да, ну вот метод спутниковой интерферометрии, да? Когда спутник у вас пролетает по определенной траектории, значит, снимает эту картину, потом второй раз, когда пролетает, то за счет того, что он второй раз сканирует этот луч, то он сможет определить разницу в рельефе между тем, что было, и то, что есть. Таким образом строят, вообще говоря, определяют результаты, как поверхность может меняться, скажем, в вулканических областях. Вот что-то происходит, растет какой-то купол, да, там, вот это может быть. Более того, течение как меняются, вот Гольфстрим, например, с помощью именно космических методов сумели определить, как меняет вообще Гольфстрим свою природу. А Гольфстрим очень важен для климата. Ну, теперь вообще космические методы и их исследования поверхности Земли теперь это почему-то, ну, так считают, что это география. И география, она как бы приобрела новый смысл. Она сейчас действительно очень такая популярная вообще вещь, и географы себя чувствуют
после некоторого периода, когда как-то география казалась, что она вроде как уже это что-то отстало. Нет, сейчас это вот география вышла на передний план. Вот. Ну, какие еще методы могут быть? Конечно, это вот наблюдение за гравитационным полем. Значит, разные спутники там запускают, начиная от Грейс, потом Чамп и так далее. Поле, ну, магнитное поле, само собой здесь все это известно. Может, вы что-то еще имеете в виду? Ну, конкретнее, то есть смысл изучать именно геофизическими методами Луну, например, или Марс, или другие планеты земной группы? Вот есть смысл в этих исследованиях или нет? Ну, вы знаете, других способов нет, во-первых. Это можно делать только геофизическими методами. И потом... Что можно сказать? Вы знаете, значит, во-первых, изучение планет очень много дает в плане вот как бы сравнения. То есть вот наука целая, сравнительная планетология. Да? Вот планеты, они как-то развивались разным путем. И мы можем сравнивать, скажем, путь, как вот Венера шла свое развитие, или Марс, и Земля, сопоставлять это. Значит, это вот первое, что очень важно. То есть изучать для того, чтобы понять вообще, что как и происходило на Земле. Это первый путь, первое дело, очень важное. А второе, то, что ну, я уверен в том, что в конце концов Луну-то освоят. Вот почему-то я так думаю. Я так думаю, да. Ну, помните, была ведь идея этот гелий, радиогенный гелий вообще там это добывать на Луне. И там тоже огромная энергетическая, это вообще говоря, выгода получается. Там есть очень много... разных таких моментов. То, что нам сейчас кажется экономически нецелесообразно, смотрим завтра и будет. Понимаете? Так же, как ну с чем? Ну вот с водородным топливом тоже как. Хотя проблем там очень много, а тем не менее сейчас все говорят водород, водородное топливо, да? Хотя я не думаю, что это в ближайшее время будет хорошо. Хорошо, спасибо большое. А, кстати, я вот когда говорил про Кавендиша, у него еще была одна работа. Он водород изучал, он его выделял, изучал и определил пределы смеси с воздухом, где он горит просто, а где он взрывается. В то время еще. Спасибо большое за вопросы и ответы. Александр Олегович, да, дальше. Да, добрый вечер, большое спасибо за лекцию. Журнал «Редкие земли» Роксолана Чернова. Вот мы в свое время писали про метановые взрывы и так далее, что происходит. А вот интересно, вот эта тема, которая сейчас вовсю раскачивается многие годы, изменение климата, соответственно, повышение температуры, это все-таки нормальная часть жизни планеты с вашей точки зрения? Я думаю, что... Нет, значит, смотрите, что значит нормальное? То есть вы хотите сказать, что человек не имеет к этому отношения, это нормальное, а когда имеет, ненормальное, или как? Какой смысл вы вносите в это? Я бы хотела, чтобы вы прокомментировали, как вы видите то, что сейчас происходит с повышением температуры. Можно ли считать, что да, воздействие, соответственно, идет жизнедеятельность человечества, но... то, как вы сказали, сама система живет своей жизнью. Да? Поэтому хотелось бы узнать, можно ли как-то прогнозировать эти циклы жизни как вариант, или вот ваше видение этого на данный момент? Вы знаете, я вот вообще в этом вопросе специалистом не являюсь. Угу. Поэтому, значит, я должен обратиться к тому, что есть целая панель, которая занимается этими вопросами, которая констатировала, что это... потепление идет и очень сильно, мы можем видеть все эти графики температуры, видеть, что в России даже быстрее температура растет, чем в среднем там, по земному шару. А вопрос в том, что вот действительно это антропогенно или нет. Значит, если брать вот такой промежуток времени, там, ну, 100 лет, да, там, ну, может быть, чуть больше, то вроде видно, да, что как-то это... индустриальное развитие, оно как-то приводит к тому, что мы имеем вроде бы, да, потепление. Но с другой стороны, если мы возьмем геологическую историю, возьмем, скажем, юрское время, да, или там карбон, когда накапливались огромные толщи известняков, то есть вообще концентрация углекислого газа в воде ведь была же фантастической. Ну как вот такие толщи
известняков, они в последующее то время они же не накапливались. Вот. Геологи этот вопрос ставят, но как-то его, в общем-то, обходят. И вопрос в том, как сейчас насыщен, вообще говоря, океан вот этой углекислотой или нет. Говорят, что уже вроде бы как близко к насыщению этой углекислотой, но не очень понятно все-таки. Но факт тот, что это потепление есть. Есть люди-географы, которые вроде бы занимаются вот ледниками, да, это тоже ведь большой показатель. Вот такой был географ Сапожников, который изучал ледники на Алтае, на Тяньшане. Это было, ну, начало 20 века он это изучал. Так он там уже тогда он обнаружил очень сильное отступление ледников, которые там за последние 100 лет шли. То есть процесс таяния ледников шел и раньше. Вот другой пример, понимаете как. Но мы видим сейчас резкое сокращение площади ледников. Поэтому, как вам сказать, что есть точка зрения, которая разделяется большим числом специалистов в этой области. И личное дело, наверное, каждого им верить или нет, я так думаю. Скажите, пожалуйста, я все-таки уточню, а вот существует ли такая международная повестка, где вы общаетесь, или возможно ли это сейчас общаться на международном уровне, когда все вместе считается, и то, что происходит внутри, предположим, в ядре, да, то, что происходит с заводами, и там вы сказали, что потепление в России, на территории России там почему-то больше всего, да, у вас фраза была, и о том, как, значит, это движение там Луны, не знаю, сама траектория движения планеты вокруг Солнца. Есть какая-то такая система, которая сейчас же искусственный интеллект может все считать, да? Все эти данные, они как-то в каком-то одном месте концентрируются. Есть ли какие-то форумы на эту тему, в которых вы принимаете участие? Ну, знаете что, я вам так скажу, что тут как тоже... Ваш вопрос мне вот в каком смысле непонятен. То есть вы как бы на исключительность момента, что какой момент сейчас исключительный, у нас связи разрушаются, что наши членские взносы в международных организациях не принимаются. Вот это одна сторона. Это действительно так. То есть их не принимают взносы, ссылаясь на то, что банки там берут. В общем, так, взносы наши не принимают сейчас. Народной организации. Поэтому сейчас связи вот такие, они как бы остаются на уровне личных связей. Ну, это был как бы... Да. А теперь, а если научный вопрос? Ну, конечно, есть, как это сказать, всеобщие какие-то связи, которые... Ну, ядро Земли, оно далеко, оно живет своей жизнью. А вот, скажем, климат и... Очень тесно связан, конечно, с разными проблемами, но с тектоническими движениями тоже. Вот здесь как-то... Но есть некоторая разница в том, что геологи мыслят все-таки временами вот такими более отдаленными от нас. А в отдаленных временах были периоды и очень теплые, и холодные, наоборот. А здесь мы имеем сейчас пик такой вот вроде бы такого потепления, которое очень... Такого стремительного потепления, стремительного, его вроде бы не было. Поэтому географы считают, что это все-таки так. А вы как считаете, нам что грозит в ближайшее время? Вы знаете, я думаю так, что нам с вами особенно ничего не грозит. Грозит тем, кто там, может быть, лет через 300, понимаете, будет. А 300 лет, вряд ли это нас как-то... заденет. Спасибо. Спасибо большое за ваши вопросы. Есть ли у кого-то еще вопросы? Если нет, да, можно поаплодировать. Спасибо большое, Александр Олегович. У нас было 4 вопроса, и нам нужно выбрать 2 вопроса лучших. Вот. Да, ну и... первый у нас был вот этот. Да. А где у нас первый? Подождите, как вас звали? А мы просто давайте скажем авторам. Да. Первого? Вот. Да, вот самый первый у нас был. Автор первого вопроса, пожалуйста, подойдите к нам. Да, вот. И какой еще? Какие еще были у нас? Да.
Да, пожалуйста, мы вам вручаем. А у меня что-то два. Адвент-календарь. Вот, держите один. Да, вот вам. Вот. Адвент-календарь, да, с лабораториями Миссис. Пожалуйста. Спасибо большое. Доброго и хорошего. И автору второго вопроса, пожалуйста, подойдите к нам. Мы тоже вам вручим адвент-календарь. Второй вопрос, да. Угу. Вот он. Хороший. Вот вам подарок. Всего вам доброго, хорошего. У нас два только. Да, два. Жалко, что только два. Мы бы всем подарили. Так, спасибо большое, Александр Олегович. Да, и у нас есть добрая традиция такая, конечно же, награждать наших лекторов рождественских лекций. Просто возьмите. Вот, новогодний шар. Сейчас я покажу. Ой, какой замечательный. Какой замечательный. Вот это вам. Это поскольку я еще елку не наряжал, то это замечательно. Надеемся, очень что красивый. Он да, займет почетное очень место. Очень красивый, да, очень красивый. Спасибо вам большое, Александр Олегович. Было очень интересно. Спасибо вам, коллеги. Спасибо. Спасибо большое, дорогие друзья, что присоединились к нам сегодня. Ждем вас на следующей неделе на наши рождественские лекции во вторник и четверг в 16:30 в медиацентре университета МИСИС в этом же зале. Вот. Всем хорошего вечера. Спасибо большое.